Самое главное почувствовать, чтобы не было вот нестабильных вот этих вот точек, чтобы было прям равномерное такое повреждение кожи. У нас очень часто у мастеров возникает вопрос, как понять, почувствовать кожу, на какой глубине работать, потому что абсолютно все кожи разные, плотные, тонкие, молодые, старые, тягучие, как бумага, такие хрупкие, плотные, то есть нельзя сказать, что вот работайте так-то. То есть что мы делаем? Вот как я это делаю? Я ставлю пальцы максимально близко к рабочей поверхности. Я включаю свою машинку, я вот так машу в воздухе. Я когда достигну прям такого стабильного движения, я прикасаюсь к коже. То есть я на одной глубине, находясь, совершаю такие, ну, на себя штрихи. Примерно 2 миллиметра я прохожу. Я стираю этот небольшой кусочек и смотрю, если пигмент лег хорошо, то я с таким же прям вот аккуратным поверхностным вот усилием, которое я почувствовала пальцами, я его должна почувствовать и запомнить пальцами, не глазом, глазом определить невозможно. Я продолжаю красить все губы. Возможно, его изменю я где-нибудь в местах, на которых сложно ложится пигмент, вот как арка Купидона, допустим. Итак, я прошла, смотрю, здесь не так уж и хорошо он лег, поэтому мне нужно что сделать? Усилие изменить. Возможно, изменить скорость движения рукой, то есть что-то поменять. Нельзя работать на коже с одним и тем же усилием, которое неэффективно, но мастер берет и проходит снова и снова, травмирует кожу. У него не получается, не ложится пигмент, наступает отек, это может на любой зоне быть, а он ничего не меняет. То есть все время нужно что-то менять, чтобы понять, ложится, не ложится. У нас очень светлый пигмент, в принципе, вот я вижу, что он здесь лег, но для меня недостаточно. Чтобы работать, еще раз повторюсь, максимально эффективно, я должна найти идеальное движение, идеальную скорость, идеальное вот это ощущение в пальцах именно для этой кожи, для этой конкретной. То есть пока я не увижу такой четкий, хороший след, который остается за моей машинкой, хорошо видный, плотный, без пробелов, я не буду проходить полностью все губы, потому что я просто зря травмирую кожу. Потом мне будет еще сложнее положить пигмент. Если это губы, небольшое количество сукровицы, не крови, а именно сукровицы, это нормально, потому что губы пронизаны сплошь кровеносными сосудами. Еще очень много зависит от плотности самого штриха, потому что если я прохожу с таким большим шагом, кожа испачкалась, а в коже в самой внутри пигмента немного. И если этот пигмент не яркий, как вот в нашем случае, то его, может быть, просто не видно. Его станет видно, когда мы нанесем анестезию и прокрасим большую площадь. Поэтому, конечно, надо смотреть на яркость пигмента в том числе. Но вот сейчас я вижу, вот если я надавливаю, видно, что пигмент в коже есть, его там немало. Просто он такой натуральный по цвету. Мы просто, это у нас акварельная техника, в общем-то, и станет хорошо видно, когда анестезия сработает. То есть, мне видно, что пигмента там лежит достаточно. Усилие не маленькое на этих конкретно губах. Видно, что вот место, где я работала, оно с цветом в коже. И уже дальше, вот с этим усилием, которое я убедилась, что оно достаточное, я прохожу, не меняя, не стараясь пальцами ощущать вот именно вот этим и этим пальцами и мизинцем, которые находятся у меня близко к зоне работы, я стараюсь чувствовать, чтобы усилие было мое равномерное, стабильное, чтобы я находилась на одной и той же глубине. И вот с этим же усилием я продвигаюсь. Вот видно, когда я сукровицу стираю, вот тут пустая кожа, вот тут прокрашенная. Самое главное почувствовать, чтобы не было вот нестабильных вот этих вот точечек, чтобы было прям равномерное такое повреждение кожи. Когда перестает выступать сукровица, становится видно, вот кусок, который я прошла, на нем довольно много цвета, теперь надо просто равномерно сойти влево и вправо, то есть мы должны почувствовать пальцами глубину, на которой пигмент ложится. Глазом этого не оценить. То есть вот это сопротивление кожи
оно и есть то самое важное, что мастер должен научиться чувствовать. Потому что вот тут везде вот это было очень нестабильно, ни на одной глубине. Равномерно должно быть. Вот так вот все. Сейчас мы все выровняем, у нас будут идеальные губы. Все.